Енота всем, друзья, с вами Пуховик, и сегодня в микроплей давайте поиграем в какую-то японскую разновидность Марио с какой-то японской музыкой, хотя это может быть китайской. Я, если честно, в иероглифах не очень разбираюсь, но они точно отличаются, японские от китайских, да и музыка здесь какая-то нестандартная. А, ну давайте попробуем, я так полагаю, надо вот эту кнопочку нажать, чтобы начать игру. Play. Итак, у нас три кошка жизни, ну попёрли. Так, что-то... Ага, это у нас типа черепахи, да? Я помню черепахи. Сука, ты куда? Тварь, вернись, я все прощу. Это похоже на очень на первый уровень Марио. О, монетки. Так, а сверху? Надо вот тот еще взять. А двойного прыжка здесь нету? Нету. Чалька, да что ты, что я какой криворукий, отлично. Так, ну это на грибок, по-моему, не очень-то похоже. Мне кажется, его лучше избегать. Отлично. Рыба! Рыба вылетает из трубы? Почему одна жизнь-то у меня осталась? Почему одна... Да твою мать, я все время забываю. Я все время... Да как ее? Ну он же пролетает. Эх, она... Че ноль-то? У меня же три жизни было. Мне эта музыка с ума, мать ее, сведет. О, это я как так сделал-то вообще? Ну-ка. Ага, сучонка, да? Не ожидал такого поворота событий. А тут кто у нас живет? Что за падла? Секрет уровень? Ха-ха, я знал это. Что? Что? Эй, куда? Котя? Котя, вернись. Котя. Минус... Какого? Что случилось с моим Котей? Мать его. Тебе... Так, я так понял, нам вообще... Монетки собирать... Да твою мать, как же я ее собирал-то? Нам их собирать вообще бессмысленно. Ладно, сейчас мы будем на скорость проходить. Как там на скорость-то проходит там Марио за 30 секунд всю игру. Блин, тут тоже какой-нибудь наверняка. Ай-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй! Ну, не вовремя. Так, тихо, спокуха, минус 2. Нормуль. Тихо-тихо-тихо. Аккура... О, грибок. Грибок, иди ко мне. О, я... И чё? А! Ну что, серьезно? На меня, блин, балкон упал. Ну что, серьезно? Я сожрал гриб, и на меня упал балкон после этого. Так что, ребят, грибы это плохо. Никогда не кушайте неизвестные вам грибы. О, нифига себе. Это не можно прыгать высоко. Класс. Класс. Тихо, тихо, тихо. Так, грибок, я знаю, я знаю, я знаю. Так, аккуратно, аккуратно. Да как? А, я же сверху. Ну почему бессмертный-то? Это нездоровая канитель, нифига. Это вообще незаконно должно быть. Эту игру надо запретить во всех странах. О, блин, а почему я от него могу отталкиваться? Что? Как мне это можно использовать, может быть? А-тя-тя-тя-тя! Тя-тя-тя! Флаг! Чекпоинт! Фух! А-ба-ба! Вот это сука! Фух! Как хорошо, что... Да ладно! Да ладно. Да ладно. Ну падаю, чё? Блин, ну это нечестно просто. Сюда нельзя падать, ладно. Там какой-то воин. О, черепаха. Это как в старом добром Марио. Он покатился по своим делам. Так, аккуратно. Аккуратно. Главное здесь. Главное здесь не... Да ты, сука, ты меня бесишь! А? Давай заново всё. Все херня, Вася, снимаем заново. Тихо. Я знаю пароль. Я знаю секретный прием. Опачки! Вот как тебе такое облако? По-любому тоже агрессивно, опасно, настрой. Вы кто такие? Черти! Дрюченые! Стоп, что со мной случилось? Я жив? Я забагованный! Я забагованный! Ты, сука, кто вообще? Я, блин, избежал смерти от четырех каких-то евреев белых, блин, а меня убила какая-то желтенькая полосочка. Серьезно? Это вообще незаконно, блин. Да там же, ну, блин, я не успел зайти в этот секретный проход. Мне он так нравился. Мне вообще нравятся секретные проходы. Аккуратно. Я, наверное, пану... Нифига себе, он цепляется, он как Человек-паук, мать его.
Ну вот знал же, что нельзя его трогать, блин. Ну, решил, думаю, да ладно, какого черта? Ну кто сделает в этой игре облако, облако убийцей? Конечно, ага, пуховик такой наивный. Господи, давай сезону. Алле-оп. Алле-оп. Ну в проход, ну, да, ну вот туда вот. Выкусили, да? Так, 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 стоп, тут агрессивно. Агрессивно настроенная. А как ее? А как ее? Она со мной удящаяся какая-то. Да забыл я про это, да блин, ну забыл я. Да, ты, господи, ну ты что прыгать разучился, кошка ты сдраная? Иди сюда. Давай, подходи, чё ты? По одному давай. Так вот. Ну и? Чё с тобой делать-то? Да блин, чё с тобой делать-то? Господи, ну ты случайно прыгнул! Тихо, 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 ребятушки, тихо. Тихо, тихо, тихо. Тихо. Так, ладно, как мы с тобой поступим? Зачем тебя сейчас едят? Уходи оттуда, уходи, пожалуй, уходи! Я же говорил. День сурка долбанный. Блин, ну я думал, она успеет пролететь. И... ну давай, ну давай, последняя попытка, последняя попытка. Что ты такой тупой кот? Кто тебя учил прыгать? Ты кот, который не умеет прыгать. Мать твою, умри теперь вот. Куда зачем? Да ты руки пообломать! Да убегать! Убег влево, блин! Убегай! Двойного прыжка у тебя нет. Перепрыгнуть ты не можешь. Какого хрена? Тихо, тихо! Тихо! Тихо, 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 тихо. Флаг. Желтая тварь! Я забыл про них. Почему я про них забыл? Да, тварь косоногая! Какой неожиданный поворот событий, мать твою! Ха-ха! Я обманул тебя, гадская желтая уж! Так, давайте с разбегу! Да, давай, заходи, заходи. А, вот сюда, заходи. Да, я прошел этот уровень. Гадская игра. Гадская игра, китайская подделка на игру под названием Mario Mem. Мать ее, суки, китайцы, я вас ненавижу. Они ничего не изменили, они только поменяли эти... как их зовут-то, блин? Скины поменяли и надписи все китайские добавили, и все. А так оригинал этой игры Mario Mem, это стопудово, ребят. А эта игра вышла только 23 августа 2014 года, по крайней мере, на сайте Kongregate. Так что... Та, по-моему, точно один в один.
Но я в нее не играл, нет, я так что-то отрывками видел, так что то, что сейчас было для меня, это все было практически в новинку. Фух. Так, мы прошли, и что? Что это нам дает? Ага, второй уровень, да? Ребят, ну не знаю, мне на сегодня хватит и одного уровня, блин, я сейчас просто с ума сдохну. Давайте уж закончим, наверное, на этом. А, ну, в принципе, если этот выпуск наберет там, не знаю, лайков 70, то тогда сразу же я прям снимаю второй уровень по этой игре, прям отвечаю. Даже если мне придется заново пройти, потому что сейвки не сохранятся или что-нибудь подобное. А, вот, как-то так. Ну что ж, ребят, всем всего хорошего, ставьте лайки, подписывайтесь на канал, зовите друзей на мой канал, и достав будет много. А, с вами был Пуховик, ребят, пока-пока. Классно, это, ребят, игра с ботами. Тихо-тихо. Не буянь, почему я как будто сижу на коленках? Он летающий какой-то. Он сумасшедший. Это летающий рыцарь. Мать твою, отвали. Почему он такой здоровый-то?